Благодарение Господу, даровавшему нам и терпение, и мудрость, и силу пройти все 11 лет подвига, учащихся, конечно же, это все молитва о вас, и родителей, и педагогов, и ваше упование на милость Божию. Сегодня собравшись мы едиными устами, своим сердцем, слышим зов ваших сердец, ваших душ. Придите, возвеличите Господа со мною, и всем имя Его помню. Вместе возблагодарим Господа и спросим Его благословения вам на дальнейшем жизни. Сегодняшнее знаменательное событие в вашей жизни. Таким образом, прежде всего, до вручения аттестата, медали. Привет, это серебряный медалист Азачев Егор. Сегодня мы будем добираться на колоннады пешком, получать серебряную медаль, и будет еще много всего интересного. Я надеюсь, что наш оператор будет весь день с нами. И сейчас лучше уже спуститься, переодеться. Осталось совсем чуть-чуть времени, буквально пару секунд. А моя машина уехала без меня. Это вообще золотой медалист, он еще умудрился получить и две медали, забрал все у меня, я не знаю, как это получилось. Я случайно, ну вот так вот, сестра помогла мне, и он... Не знаю, но там камера еще... Спасибо большое. Чтобы венец был делу славный, молитву вместе мы вначале сотворим. Порог православной Святоникольской классической гимназии. Многие из нас не умели ни читать, ни писать. Дорогой наш отец Иван, мы хотим принести вам на память наш написной альбом. Спасибо вам, дорогая Анастасия Викторовна, что на протяжении 7 лет вы были вместе с нами. Пусть эти испытания, ребята, первые, они станут не только проверкой на старательность и выносливость вашу, но и трамплином к намеченной цели. А у каждого из вас есть, да, своя цель сейчас. Хочу поздравить ваших родителей, конечно же, да? Это их праздник тоже. Из года обучения ваши мамы и папы шли с вами рука об руку, делили горечь поражений и радость от достигнутых успехов, помогали и поддерживали вас. Хочется пожелать вам пройти по этой жизни так, дорогие мои, чтобы не стыдно и не страшно было смотреть в глаза самим себе. В любых жизненных испытаниях помните о том, что всей нашей жизнью управляет Господь. Нелегкий путь прошли мы с вами, обиды, слезы и успех, но оставались мы всегда друзьями. И за это я люблю вас всех. Может быть, я много не успела, не сумела вам толково объяснить, но поверьте, очень я хотела научить вас думать и любить. Погаснут звезды на рассвете, в густой траве блеснет роса. За вас я больше не ответила, но почему бежит слеза? И вы меня за все простите, была искали иногда. Но школу нашу любите, как мы любили вас всегда. Хочу мечты, чтобы ваши сбылись, хочу счастливыми увидеть вас. Хочу сейчас, чтобы улыбнулся мне мой 11-й класс. Люблю вас, дети, желаю всем. Мордавское письмо вручаем Вячеславу Сергеевичу и Марине Витальевне. Юрию Викторовичу и Ирине Борисовне. Вручаем Татьяне Филипповне.
Руслану Харуновичу и Елене Алексею Валерьевне. Понравился вам собой выпуск необыкновенный. Осталось еще только увидеть там. Ну, вы и этап увидели, неожиданно. Первый приз. Владыка, я еще раз хочу вам подчеркнуть подарок, который вы для него приготовили. Он очень его обрадует, потому что он действительно проповедует в международном конкурсе фестиваля карантина прикладного народного творчества «Пасхальное яйцо». Красоте Божьего мира, я вас специально сборник пришли про вашу победу. Принимаем и поем. Нашим родителям выпускников, нашим педагогам, милости Божьих и доброго и праведного воздаяния. Все огорчения, успехи, вопросы. Где-то я старался успокоить матушку, дать определенный совет. Да, я не участвовал в вашем учебном процессе напрямую часто. Хотя вы росли у меня на глазах, я, может быть, иногда был излишне строг. Когда-то я прошу меня за это простить. Где-то, может быть, недостаточно внимательным. Хотя некоторые из вас ко мне не ходили с вопросами, старался как-то помочь, насколько могу. Вот. Но прежде всего, это молитва, прежде всего, которая возложена мне так обязанность.